Прийом опасных отходов, расположенный в Ахтмисской части города Кохтла-Ярве, до сих пор доставляет много хлопот как городским властям, так и обслуживающей ее фирме. На сегодняшний день ситуация такова, что все больше и больше приносят различных отходов, которые никоим образом не относятся к опасным отходам, такие как строительный мусор и крупногабаритный мусор. Приходится данные отходы убирать, и это несет дополнительные расходы как городу, так и обслуживающей фирме. Людей неоднократно предупреждали о том, что будут штрафовать за вывоз несоответствующих пункту отходов, а некоторых даже уже и штрафовали за это. Но, увы, данные меры оказались недейственными. На сегодняшний день остались те же нарушения, что и предыдущее время, как-то был последний тоже репортаж с этого места. Тут люди приносят сюда и строительный мусор, и бытовой мусор, и каждым днем это количество мусора увеличивается. И хотя есть вывеска конкретно, что пункт опасных отходов и конкретно написано, какие вещи можно сюда привозить. Но люди все равно привозят, оставляют, и с этим и дополнительная нагрузка как бы на город. Хочется обратить внимание, что на данный момент установили дополнительно камеру. В случае, если будут привезены несоответствующие отходы, будут проверять все по камерам, и дальше в дело вступит инспекция либо город. Будут приниматься решения о взыскании штрафа. На сегодняшний день выявлено уже 4 случая вывоза людьми несоответствующего вида отходов, в отношении которых будут возбуждены дела о проступке. Да, это так. Благодаря камерам мы смогли выявить этих людей. Дальше все эти материалы были переданы в исконную инспекцию. И мы ждем от них обратной связи, чтобы узнать, на какую сумму именно будут они оштрафованы. И хочется еще раз отметить, что после этого мы также надеемся на сотрудничество с городом и с местными студией, чтобы опубликовать эту информацию уже более широкому кругозору. Для чего это сделано, для чего мы это хотим, чтобы в дальнейшем предотвратить несанкционированный вывоз отходов на пункт приема опасных отходов по адресу Алтсерва 1Б. Телеканал «Литес» попросил регионального руководителя фирмы «Эковир» Станислава Мандишиница еще раз напомнить жителям города, какие отходы разрешаются, а какие нет, выбрасывать на пункте приема опасных отходов. Не разрешается выбрасывать в первую очередь на пункт приема опасных отходов. Это строительный мусор, крупногабаритные отходы, это после ремонта, которые могут образоваться отходы, плитку нельзя также выбрасывать. И бытовые отходы – это то, что в повседневной жизни. Из опасных отходов вы можете сюда приносить батарейки, люминесцентные лампы, масляные фильтра. Также бесплатно принимается резина от частных лиц. Ну вот, помимо прочего, вы можете приносить сюда также и ртутносодержащие элементы, это, например, градусники, либо еще что-то. Вот. Но следует также учесть время работы пункта приема опасных отходов. Мы работаем понедельник и среду с 2 часов дня до 6 часов вечера и по субботам с 10 часов дня до 2 часов дня.